Итак, знакомьтесь, боец Синемугу. Ему 28 лет. Рост 190 сантиметров, вес 79,9 килограмма. Профессиональный рекорд — одна победа при одном поражении, дамы и господа. Он из Ставрополя, Денислав Майоров. Его соперник — Красному Углу. Бойцу 25 лет, рост 179 сантиметров, вес 77,1 килограмма. Профессиональный рекорд — 2 победы, ни одного поражения. Он представляет школу Абдулманапа Нурмагомедова из Махачкалы. Фотон Магомед Магомедов! Рефери поединка — Максим Протасов. Боец в синем углу получает предупреждение за превышение лимита весовой категории. Работа, работа, твоя. Работа, работа. Работа, работа. Работа, работа. Работа, работа. Работа,
плечо. Поставили, спешили. Контроль.
Третий раунд. Готов! Вот, третий раунд! Ну, видите, пицца. Фантастика, все.
цепляй ногами. Поединок завершен. Итак, дамы судей, победу одержал Магомед Магомедов! Школа Абдулманапа Нурмагомедова Махачкала!